Бачили? Вже вітаємо у нашій студії нашу фітнес-королеву Сашу Суманєєву. Ти знаєш, це як от в «Грі престолів» сидить королева і два вірних дракони такі. Які вже готові покращувати свої форми тіла і... Душі. Душі. Обов'язково. Я жертва, і я подготовила новые упражнения. Я надеюсь, ваш пресс сегодня это переживет. Ну, в любом случае, переживет. Пообещай мне, пожалуйста, что ты меня не будешь сильно... Нет, не могу обещать этого, извиняюсь. Ну, добре. У меня просто, понимаешь, мои денежки, амбиции, мне хочется их реализовать на тебе, мне хочется, чтобы ты завтра плакала от крепатуры и обязательно ассоциировала это с прогрессом. Не просто плачем, но... Ради гарної фігури. Конечно, а именно нужно ассоциировать с прогрессом и наслаждаться тем, когда ты не можешь согнуться и разогнуться, потому что болит пресс у тебя. Я перечутті. Сильно вибачаюсь, але ти знаєш, от протягом тижня ми реально сумували за цими знущаннями. Ну, давай так. У вас прошлая тренировка получилась средненькая, поэтому сейчас нужно отыграться и нормально отработать за полторы тренировки. То було середнє? А сьогодні Витяжа легкая, я бы сказала. Ну, Алена тут попала, ты уже у нас стал за эти недели человеком тренированным. А я одразу начинаю с наивысшего уровня. Окей, начинаем. Давай, поехали. Давайте начнем сразу с легкого упражнения. Я тебе кажу, за рыбу дырбань. Легкое, да? Да. А, ну. Вот такие одновременные скручивания. Кому легко, вдруг... Можна руками не держатися. Я вибачаюся, а кому тут легко? Тобі, наприклад. А, добре. Ага. Не, ну... Ну, я хоч буду знати про це. Делаємо таких 20 раз. Ага. Після цього фіксуємо уголок і робимо з сторони в сторону, крутимо туловищем. І після цього ще 30 секунд держимо статику. Клас. Поїхали. Ви працюєте, я смотрю сьогодні. А можна навпаки, ви попрацюєте? Як-небудь в другий раз. Обов'язково зробимо. Да. Не пілонь. Алена, можно пока придерживаться руками возле ягодиц. Обязательно здесь спинка округлая. Максим, помнишь, тебе легко, поэтому руки сразу оттуда убирай. О, да. И считаем такие 20 повторений. Хорошо, руками не держимся и делаем максимально амплитудное движение. У вас сейчас очень маленькая амплитуда. Постарайтесь как можно ниже опускать ноги и туловище и как можно выше их поднимать. Ага. И еще важный момент. Мы не делаем в ноге вот такое сгибание-разгибание. Так. Мы фиксируем угол сгибания колена и поднимаем, не меняя положение колена. И вверху обязательно выдох. Делаем мощный выдох и целенаправленное сокращение мышц пресса. То есть мы не просто поднимаемся и дышим, как нам хочется. Мы делаем вверху мощный выдох ртом. Целенаправленно сжали мышцы пресса, немножечко втянули живот. Ага. И делаем вверху точку. Вы 20 раз делали? Все... Да, было 30. Да, еще 10. Мне кажется, что что-то там было. Да, было 30, такая я тебе кажу. Халтурка. Да. Давай. Вот 10 раз точно еще делаем, тогда я вам поверю. И поднимай еще выше пяточки. Да. Опускаешься как можно ниже и поднимаешь еще выше. Ага. Ага. Поэтому руками можно придерживаться сейчас. Возле ягодиц. Да. Теперь напоминаю, держим уголок и поворачиваем туловище из стороны в сторону. По 10 раз в каждую сторону. Можно по 20, если у вас есть такое желание. Это всегда приветствуется. Круглой спиной. И здесь в каждый поворот делаем выдох. Ой-ой-ой. Повернулся и выдох. Выдох. И теперь держим уголок 30 секунд. 30? Да. 1, 2, 3, 4, 5. Да, руками не держимся. 6, 7. 8, 9, 10, уже что-то начинает трястись, и это прекрасно. Можно поднять ноги выше и держать их более прямыми. Покивали и остановились. Нет, тут є, дивись, головне питання, коли починає стріляти в попереку. Прям стрілять? Так.
ты должен понять, это мышцы у тебя болят поясничные или у тебя именно в позвоночнике есть дискомфортные ощущения. Если в позвоночнике, тогда мы обращаемся к врачу, к ортопеду. Если в пояснице, то это нормально. Значит, у нас просто поясница слабая, и она забирает на себя часть нагрузки, она держит статически. Потому что и пресс слабый тоже, и он один не справляется с этой нагрузкой. В таком случае это нормально, мы просто продолжаем делать. Но если именно в позвоночнике, тогда это нехорошо і нужно к врачу обращаться. Так, давай тоді рекомендовано, скільки підходів робити цю вправу? В основному ми працюємо по 3 підходи. Можна делать вот по 20 повторений, вот эти повороти по 20 раз в каждую сторону. Потом делаем отдых 30-60 секунд и потом приступаем к следующему подходу. Таких 3 подхода. Если вдруг вам легко, можно сделать 4 подхода. Больше не нужно. Потом дальше делаем лучше следующее упражнение. Сейчас показываю вам следующее упражнение. Так. Становимся в планочку и скручиваемся. Также выдох. Я сумував за планку, якщо чесно. Да, у нас идет колено к противоположному локтю. Да, по 20 раз каждой ногой. И не забываем делать выдох. Ага. И это будет в суперсете с таким упражнением. Таз вниз, вверх. Цепись лицо. Да, 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 да. Здесь быстрый темп. Так, а це на які групи м'язи? Це тоже пресс. Поперек? Да, поясница тоже работает, в любом случае во всех фланках у нас поясница получает статическую нагрузку. А пресс здесь основная целевая мышца. И также у нас будут работать плечи, потому что они держат вес нашего туловища. То есть мы сначала робимо, скручиваемся на всей мышце, а потом уже суперсет. Не забываем делать выдох и, Алена, округляй спину. Да. Отлично. Ой, вы такие серьезные, ребята. Сегодня прям настроились, включились в тяжелую работу. Скоро ж літо, на пляж треба. Дуже треба. Вот весна всегда сезон, люди начинают активно идти в зал. Да, сразу же. Люди начинают идти в зал, начинают активно работать над своей фигурой, и это прекрасно. Но было бы неплохо, если бы люди работали над своей фигурой активно. И протягом цього року. Да. Кожного дня. Ну це ж міф, так, що можна накачати м'язи за 3 місяці десь? Мышцы в любом случае придут в тонус. Они приходят. Вот меня всегда удивляет запрос клиента, когда говорят: я не хочу перекачаться, я хочу просто, чтобы у меня мышцы пришли в тонус. Так. Что значит пришли в тонус? Мышцы приходят в тонус за одну тренировку. То есть можно вот так подержать 10 секунд руки в стороны, и уже в тонусе. Плечи придут уже в тонус. Поэтому что это значит? А именно накачать тоже здесь понятие относительное. До какой степени накачать? Так. Чтобы выступить на сцене на соревнованиях по бодибилдингу или чтобы иметь там біцепс 50 сантиметрів, або щоб що? Що значить накачати? Давай так, я тобі розкажу, як колись була у мене практика займатися спортом, і, значить, в зал, де ми тренувалися, приходить, як його називали, підсніжник. Він приходить, значить, навесні і починає там... І потім літом вже ісчезає, так? В іюні вже накачали. Немає, так, і у них є така, знаєш, особливість така. Він прийшов, щоб накачати м'язи, і він, в принципі, не сильно той качав їх, проте ну, там, поговорив, пішов туди. Да. Але був на 100% впевнений, що за 2 місяці можна вже такі банки, як він казав. Ну, в принципі, і знаєш, головне прийти в зал, а там чи займатися, ну, яка різниця? Створити видимість. Створити видимість, чому б ні? Точно так же, дівчатка приходять і створюють видимість, що вони тренуються, а насправді... Або, знаєш, в Інстаграм, знаєш, так сфоткатись гарно. Да, но на самом деле человек, даже, который не преследует цель именно заниматься спортом, а просто приходит, он все равно в зале что-то сделает. Эта девочка все равно там 3 раза ножкой махнет, все равно хоть что-то делает. И это в любом случае лучше, чем не делать вообще ничего. Або водички попьет. Да, попьет водички. И главное, сфоткается. Походит.
выглядит там красивой осаночкой, потом через 20 минут пойдет на тренажер для разведений, потренирует попку чуть-чуть, и это уже будет эффективнее, чем бы она это время провела где-то в другом месте, сидя с круглой спиной или лежа на диване, ела бы чипсы и так далее. То есть даже если тренировка по спортивным меркам не суперэффективна, все равно это лучше, чем ничего. Але по суті, вдома не менш ефективні заняття, ніж в залі. Тому що ми доводимо кожну п'ятницю, що дійсно можна створити ефективне, круте тренування прямо в себе, навіть біля ліжка. Да, було б желання, можна абсолютно проработати всі мишці, якщо тільки є желання у чоловіка. Це найголовніша составляюча любої цілі, в принципі. Зараз поїхали, я покажу вам тяжеле упражнення. Не вдалося розговорити, Саша, розумієш? От ми намагалися. Ну, ви якраз віддихнули зараз, тому що це упражнення буде самое тяжелое из тех, которые мы делали на этой программе. Нарешті. Да. Вот такие отжимания. Ого. Да. Ягодицы вверх и отжимаемся лицом вниз. Ягодицы как можно выше у нас при этом смотрят. То есть мы вот сюда на ноги вес не переносим. Чем выше, тем больше у нас задействуются плечи. И как можно глубже отжимаемся. Так. Если кому-то будет вдруг очень легко, кому? Тебе, например, как обычно. Кому давай. В студии может быть легко. Я бачила, ты на носочке. Да, на носочке. И подходи еще ногами, Максим, ближе к рукам. Чем ближе, тем лучше, чтобы у нас, да, ягодицы были как можно выше. Ага, Алена, еще ближе подходим руками к ногам или ногами к рукам. Да. И, Алена, поставь руки пошире. Ага. Голову опускаем вниз. О, отлично, отлично. Максим, что ты готов усложнить задачу? Так, я завжди готовий, звісно. Да, ну я смотрю, что то на лице не особо желание. Алена, давай еще 10 раз. Тобі здалося. Можно поставить ноги на возвышенности, и у нас тогда ягодицы поднимаются еще выше, ага. И у нас еще больше идет нагрузка на плечи. А як, я вибачаюсь, а як ти хотіла ускладнити це? Вот так. Поставить ноги на возвышенность, например, на диван. На крісло. А що ти? Ти зі мною чи з нею? Перепугана, ти бачила, яке у нього лицо перепугане стало. Ну, ми просто не зговорили з Сашою. Ти согласна? Ну, тільки це не вопрос. Та я так немножечко подшучиваю тебе. Нужно это сделать. Так, мені тільки 10 раз треба. Прошу зафіксувати цей момент, коли ви удвох. Я відіграюся, я знайду спосіб, я вам обіцяю, я відіграюся. В следующей жизни, когда ты будешь моим тренером, да? До речі. Алена, давай 10 попробуй. Так, Саш, ну добре, ну давай спробуємо. Я, в принципі, не проти. Ти мені скажи, головне, куди ноги потрібно поставити? Просто ноги от сюди, лиш би вони були вище рівня пола. Так. Ягодиці, виходить, тут, і ти точно по такій же схемі опускаєшся лицом вниз. Добре, зараз. Алена, підходи ногами ближче к рукам, іди руками к ногам. Так, добре. І руками, Максим, як можна ближче к дивану. Ну, це максимум, Паш. Окей, підходить. Так. І віджимаємося, да. Йдеш лицом вниз. О, отлично, отлично. А говорить тяжело, понимаешь, ноет, а сам делает. Я перепрошую дуже сильно. Делай, не меньше 15 раз. Саш, 15 не зроблю. Ну ладно, хорошо. Так уж и быть. Для чоловіків, да, краще? Девочкам тоже нужно делать. Але знаешь, от я помітила давно, що в мене дуже слабкі руки. І, в принципі, от я вже зробила десь 15 разів, і я вже просто чувствую. Да, девочек руки очень слабые, и девочки ошибочно тренируют только ягодичные мышцы, забывая полностью про руки. Но на самом деле руки-то ты чаще оголяешь, и даже если у нас там спортивные ноги, спортивные ягодицы, это все замечательно. Но зимой или даже сейчас, вот скоро май, а мы еще по-прежнему ходим в штанах, а не в шортах, так. Но уже можем одеть футболочку, и хочется, чтобы под этой футболкой мышки были спортивные. А ты мне скажи, пожалуйста, ты чего пропустила?
мимо уваги те, що Альона сказала, що руки в неї не дуже накачані. Чого Альона зараз не стає на крісло? А? У Альони сьогодні перша тренування, тому я її чуть-чуть пожаліла. Так, святити ж треба нормально, ну так, щоб хардкор. Кажеться, ти не доділав 10 разів. Я зробив 20. Хто не йому вірять? Давайте наступну вправу. Окей. Диви, як розійшлась. Наступну вправу. Следующее упражнение. Девочки будут делать только на ягодице, а мальчики еще при этом будут задействовать все тело. Сейчас покажу. Вот это для девочек. Согнула ножку. Ой, тихо, и вверх выровняла. Смотрим внимательно. Согнула ножку и вверх выровняла. И здесь, посмотрите, можно просто мотылять ногой, и вот ягодица так и не включается. Вот это у меня ягодица почти не включается. А можно делать целенаправленно ягодичными мышцами. Вот, я целенаправленно делаю себе больно, сжимаю вот эту мышцу, верхнюю часть ягодичной. Только их треба напружити. Да, мы всегда целенаправленно напрягаем мышцу, которая работает. Мальчики делают это упражнение функциональным. То есть ягодицы у нас тоже задействуются, потому что мы должны делать спортивными все мышцы в нашем теле. Так. Но при этом, поскольку у мальчиков плечи все-таки более приоритетны, мы стоим, держим статику. І робимо таке движення. Так, давайте. Альона Шевченко, я тебе запрошую. Не треба там сидіти. Не треба. Ти вже відпочила. Ви в конкуренцію? Ні. Ні в якому разі. Ні, ти що? Смотримо. Максим, к себе сгибай ногу. Делаем сначала на одну ногу 10 раз, да, а потом на вторую. Альона, старайся здесь таз не перекручивать, оставлять четко ровное это положение. Да, и вот эту мышцу целенаправленно сжимаешь. То есть, чтобы она не сама по себе случайным образом как-то включилась, а ты ее сжимаешь целенаправленно силой мысли. О, да, работает. Вот я прям ощущаю, как она у тебя работает. Прекрасно. Скільки на кожну ногу? Так як... По 15 мінімум. Ага. Потім в будущем можна на ножку додавати отягощення. Существують утяжелители по 1 кілограму, по 0,5 кілограма, по 5 кілограм на кожну ногу. Було по 10 на кожну ногу. Хорошо, вірю. А ти так і хочеш. Що? Ускладнити собі життя. Ну, звісно, мені цього було мало, Сань. Давай ще. Окей, вставай. Я зараз... Вставай, я сейчас показываю упражнение на спину. Учитывая, что спины у многих слабые. И... Так. Вставай. Куда? Нет, ты просто встаешь с коврика, да. И я показываю, что делать сейчас с нашей спиной. Ножки пошире и открываем их. Туловище отрываем. Ага. И только руками работаем. Лопатки сжимаем. При этом держим статику. И лопатки сжимаем вверху фиксации. То есть, опять же, мы не просто руками мотыляем, мы целенаправленно сжимаем мышцы спины, вот эту зону между лопатками. Поехали. Здесь можно работать многоповторно на 20 повторений однозначно. А, да, на изи. Ну, если вдруг вам неохота, если вдруг вам лень... Ноги поднимаем выше. Да, ноги поднимаем повыше, туловище поднимаем повыше. И держим такое положение. Можно ноги поставить шире, Алена, чтобы ты равновесие держала. Как мы синхронно с тобой пробуем. Плывем. Смотрите, делайте руками не вперед-назад, а четко вверх-вниз. Ага. О, да, и вот эту зону между лопатками сжимаем. Вот эту зону должна чувствовать. Ага, Отлично, молодцы. Класс. Сегодня вы очень продуктивны. Алена, ты такая крута. Дякую, я стараюсь. Правильно. Я уже просто бачу перед собой, как я с такой підкачаною класною фігурою виходжу. Як Шварценеггера. Ну, не в Шварценеггера, а як у Саші. Виходжу на пляж. Іду так, в такому гарному купальнику новому. І отак пливу, і вже по морю. Так, довго відпускаємо коврики, зараз убираємо. Зараз вам показую упражнення на ноги. Нарешті. Ми сумували. Це сарказм? Ні. Я абсолютно серйозно. Там же ж було, розумієш, то таке все.
я становлюсь боком, лучше видно технику. Так. Делаем сейчас выпад назад. И опять же, у мальчиков и у девочек будет разное движение. У девочек вот шагнула назад и сжала ягодичную. Шагнула назад. В выпаде очень важно, чтобы колено не выходило вперед. Вот оставляешь колено четко над пяткой. Приставляешь ногу возле ноги и сжимаешь ягодичную. Можно прям подавать таз вперед для лучшего сокращения. А мальчики при этом делают вот такое движение. Шагнул назад, выкинул вперед ногу. А можно я просто подивлюсь, как вы позанимаетесь? Нет. Конечно. Давай, же нет. Включайся. Как ты мог такое спросить? Ты что, не знал, что я отвечу? Я думал, ты скажешь «да». Очень приятно. Так. Смотри. Меньше выноси это колено вперед. А шаг чуть-чуть вперед, чтобы тебе диван не мешал. Вот, и четко колено остается у нас в одной точке. Ага, ну, да. Правда? Ага. И встаем вверх. И здесь сжимаешь вот эту ногу, ставь на пол, поставь. Ага. Да, это у мальчики делают движение такое вперед ногой. А девочки сейчас только будут сжимать ягодицы, стоя ногой, да. А мальчики делают, да, точно? Ну. Отлично, делаем по 20 раз на каждую ногу. Можно сделать сначала на одну ногу 20, потом на вторую. А можно сделать попеременно, вот как делает Максим. В верхней точке колена мы не выравниваем полностью. И, Алена, не забывай приставлять ногу. Приставляешь ножку возле ноги, ловишь равновесие и сжимаешь ягодицы. И так тебе будет удобнее сжать ягодичную. То есть, если мы оставляем ногу на весу, здесь получается очень не совсем удобно, плюс равновесие. Также, если мы ногу ставим возле ноги, получается неудобно ягодичную сжимать. Ну, не совсем удобно. Если нога остается на небольшом расстоянии, тогда очень хорошо сжимается, чем если нога вместе. Потому что на расстоянии чуть-чуть. Я вже зробив. Ага, дружно. Бачила. Значить, не ти пару разів тільки зробив. Ну, ні, я зробив. Тебе... Я піклуюсь про твоє здоров'я і... про твої ягодичні мишки. От цього я чекав. Я зробив по 20 разів на кожну ногу. По 100, ні? Ні, ні, 100 багато, а 20 це от було там. Я можу ще поприсідати. Ладно. Хочеш. От, кстати, якраз от прям прочитав мою мисль, хотіла дати вам присідання. Давай. Ну, як же у нас може тренування пройти без присідання? Це упражнення із серії обов'язкових. Садимся настолько глубоко, чтобы у нас не заворачивалась поясница. То есть у кого-то, может быть, это будет вот такая амплитуда, и дальше уже будет идти округление поясницы. У кого-то хватает гибкости и растяжки, чтобы сесть достаточно глубоко, и при этом не будет происходить заворот поясницы. И встаем вверх. 10 раз. Так, у меня 6-й, 7, 8, и после 10-го будем сидеть внизу. 10, и сидим. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Кто плачет? Я. 1. И пружинки в нижней амплитуде 10 раз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Есть. Ну, прям відчуваю тут м'язи. Сейчас дуже. Очень хорошо будет порастягивать все мышцы, которые работали. Вот у нас сейчас на приседаниях, когда мы просто приседали, у нас работало все бедро. Когда мы держали статику и делали пружинку, основной акцент был на переднюю поверхность. Так. То есть она у нас сейчас больше всего забилась, и сейчас давайте ее порастягиваем. Так, давай. Тянет? Можно выше поднять, если не тянет. О, тяне. Зараз вторая ножка. Тяне, тяне. Тяне, тяне, а вытянуть, а вытянуть не может. Не може. Рибка. Ага. И порастягиваем заднюю поверхность. Она у нас тоже.
на прямых ножках. А теперь ногами подшагиваем. Вот посмотрите, как я делаю. Носочки, потом пяточки, потом носочки, пяточки и носочки. И ноги оказались вместе. На прямых коленях тянемся. Опускаемся так низко, насколько вы можете опуститься, не сгибая колени. Может быть, у кого-то это будет вот такая амплитуда. Может быть, у кого-то это будет вот такая амплитуда. Смотря, насколько растянута задняя поверхность бедра. Хорошо, и давайте еще добавим одно упражнение на плечики. Они у нас сегодня чуть-чуть нагрузки получили. Чуть-чуть. Да. Чуть-чуть мы им добавим. Поднимаем в стороны над головой и вниз, и через вперед над головой, медленно, и в стороны, через стороны над головой. Угу. И просто поднимаем теперь в стороны. И пружинка в верхней точке. 10 пружинок. 2, 3, 4. Разворачиваем локтем вверх, чтобы локоть не висел в ногу. Ага. Локоть вверх. 5, 6, 7, 8, 9. Летим на пляжі зі крутими фігурами. Так. Тепер рисуємо круги вокруг своєго плеча назад. 4, 5. І тепер круги вперед. Це ми всі дельти, так? Попрацюємо? Так. Когда у нас будуть гантельки, а я вам следующее упражнение хочу показывать уже с гантельками, мы сможем делать более изолированные упражнения на каждый отдельный пучок плеча. На переднюю дельту, на среднюю и на заднюю. А сейчас я стараюсь вам давать упражнения, которые задействуют как можно больше мышц. То есть такие более функциональные, которые можно делать с маленьким весом. Потому что вот эти круги, например, максимум, ну вот девочки, ну 2 килограмма в каждой руке, это потолок, и то только по 10 раз. А мальчики, ну тоже килограмма 4, потому что это достаточно сложное упражнение. Поэтому я вам сейчас даю из того, что можно сделать без веса, собственным весом, абсолютно где угодно. Дома, когда у вас окошко на работе появилось, и в абсолютно клас. Любой одежде. Це от найголовніше. Бо дуже складно знайти час для от кожного якогось навіть найменшого фізичного навантаження. Особливо людям, які працюють з понеділка по п'ятницю. Так, навіть людина, якщо сидить в офісі, от таке упражнення на плечики, він точно зможе зробити, навіть в рубашці. Це не складно, це не енергозатратно, але дуже полезно. Мы на сегодня закончили. Сейчас я вам покажу еще упражнение растяжка на дельтовидные мышцы. Это моя любимая растяжка. Вот берем руки сзади себя в замок и наклоняемся вперед, чтобы руки тянулись под своим весом. Как можно ниже наклоняемся, чтобы руки аж за голову заходили. Вот это самая эффективная растяжка на дельтовидные мышцы. Напоминаю, вот только что мы вот эти круги, махи, подъемы делали, это были упражнения на дельты. И отжимания ягодицами вверх, это тоже было упражнение на дельты. Розкажи нашим глядачам, чим допомагає от саме розтяжка після вправ. Я так розумію, ну це наскільки я розумію, як ну, не дуже компетентна в цьому людина в спорті особливо. І от розкажи, чим саме розтяжка допомагає звільнити, мабуть, м'язи якось? Розтяжка – це як обратна сторона медалі. Тобто у нас на тренировке идет напряжение мышц, а растяжка дает расслабление. И мышца именно вот расслабляется после физической нагрузки. Поэтому это обязательно, в том числе, чтобы обезопасить себя от травм и улучшить восстановление после тренировки. А скажи, чи можно сходнути суто через растяжку? Есть же зараз дуже популярный стрейчинг.
Немножечко не та цель. В основном на стрейчинг девочки ходят скорее для красоты и чтобы себя выгодно показать. Но с целью похудения это так не работает, потому что похудение у нас крутится исключительно вокруг питания. Это дефицит калорий из правильных продуктов. Очень важно, чтобы этот дефицит калорий был именно из правильных продуктов, потому что сейчас очень популярно похудение на чем угодно. То есть ешь сладкое, ешь бургеры, но вписывай это в свою дневную калорийность. Так. То есть, например, если человеку нужно 1500 калорий для того, чтобы похудеть, он съедает там бургер, к примеру, на 500 калорий, он съедает там сладость еще какую-то на 500 калорий, у него остается всего лишь 500 калорий, то есть на половину приема пищи обычного. То есть он, по сути, никаких полезных веществ не получил. Он может худеть на таком питании, но он будет постоянно голодным, потому что сладкое очень быстро усвоилось, переварилось. У девочек это будет целлюлит, плюс там всякие проблемы со здоровьем из-за нездорового питания. То есть я пропагандирую то, чтобы этот дефицит калорий, который необходим при похудении, получался из правильных продуктов, а не из чего попало. Но просто тренировками похудеть, будь то растяжка, или будь то силовой тренинг, или бег, или функциональные тренировки, это не поможет. Ну, майже неможливо, так? То есть оно поможет, но это будет как дополнение. Основа все-таки – это именно дефіцит калорій. Тому, друзі, як би це складно не було, а враховуючи те, що скоро свята, давайте все ж таки стежити за нашим харчуванням і якомога більше корисних продуктів вживати. І ще мало не забули, Сашунь, дивись, пам'ятаєш, ми говорили, що ми проводимо конкурс у Інстаграм. Дійсно, що людина, яка проведе найздоровіший локдаун, яка буде виконувати всі наші вправи і відмічати наш Інстаграм у своїх сторіс, де вони виконують вправи за нашими рекомендаціями, вони виграють у нашому конкурсі і отримують якийсь сюрприз. Ну от, власне, хотілося б зараз оголосити переможницю нашого конкурсу. Корисний карантин нею стала мала Інна. Давайте подивимось, як вона на локдауні виконувала наші вправи. Я спеціально стала боком, щоб мене краще вперед і садитися чуть-чуть паралельно. Можна так навіть стояти, коли нам пояснить. Вона надзвичайно молодець. Пані Інно, ви просто шикарні. Ми віримо, що окрім того, що ви повернули своє тіло у тонус, підвищили його здоров'я, так ще і отримаєте від «Правда» тут маленький, але дуже-дуже приємний сюрприз. Обіцяємо вам. Так, сюрпризи, звісно, на сьогодні не завершуються. Друзі, ну дивіться, по формату ми вже на сьогодні завершили зарядку. Як завжди, Саша з нас, ну давай я скажу так, як дійсно є, трішки познущалася. Проте, насправді, я вам чесно скажу, зі свого власного досвіду, ми на каналі почали після нашої ранкової рубрики «По п'ятницям» дійсно робити зарядку. Ми почали бадьоріше себе відчувати, краще. Навіть у перервах між роботою відволікались. Так. Ви точно могли бачити це у нашому Інстаграмі, тому що всі робили кілька вправ, але все ж таки це якось через те, що сидяча робота, постійно якісь от завдання, голова постійно загружена. І ми виділяли кілька хвилин якісь одній-двом вправам, але це було супер ефективно і навіть налаштовувало на продуктивнішу роботу. Так, це дуже круто. Я можу навіть просто доповнити, що от, друзі, коли ви позаймаєтеся з Сашою Суменєєвою, коли ви займаєтеся з нами, по-перше, нам це дуже приємно, по-друге, нам приємно, що ми робимо цей світ краще. І я тобі скажу з нашого власного досвіду, що займаючись тобою зарядкою, змінюєш уже звичний формат життя. Вже починаєш менше вживати кави, вже починаєш більше думати про своє власне здоров'я. Ну, друзі, звісно, думаємо про вас. На сьогодні це все. Саша Суменєєва, чемпіонка світу з фітнес-бікіні. Так, друзі, немає зараз часу пояснювати. Бігом у пошуковій системі пишемо «Правда тут» ютубчик, підписуємось. Так, друзі, і не забувайте натискати дзвіночок. Він повідомить, що вже багато крутої та цікавої інформації з'явилося на нашому каналі. Натискайте, ми перевіримо.
Огонь.